«Лицом к будущему» – такой лозунг у благотворительной миссии. Данная программа реализуется на территории региона при поддержке губернатора Сергея Морозова и уже не в первый раз собирает лучших врачей в области челюстно-лицевой и пластической медицины Канады, США и России под одной крышей. Главная цель акции – международный обмен последними достижениями медицины и передовым опытом. Когда у нас началась миссия с совместной работы с канадско-американскими врачами, то, безусловно, мы стали предлагать помочь нам вот в лечении таких пациентов. И эти пациенты предлагаются, то есть работа ведется круглогодично. Мы посылаем выписку, посылаем фотографии, и уже доктора, когда едут, они уже понимают, с какими детьми они будут работать. Пятый год подряд зарубежные врачи приезжают в Ульяновск, чтобы помочь детям с самыми сложными патологиями. Дети, как правило, боятся людей в белых халатах, а когда доктора говорят на непонятном им языке, может вызвать еще больший страх у маленьких пациентов. Как поступают в этом случае заграничные специалисты? Должен сказать, что мы всегда уважаем наших маленьких пациентов, несмотря на то, что они дети, они требуют к себе уважения. Мы всегда спрашиваем разрешение, если хотим потрогать ребенка или, например, сделать фотографию, потому что некоторые случаи достаточно интересны. Должен сказать, что русские дети, они очень воспитанные и не по годам умные, это мы точно заметили. Маленькая Света уже совсем не боится операций. Она будет оперироваться под руководством зарубежных врачей не первый раз. У девочки врожденная патология, и ей необходима поэтапная отопластика. Но подход к Свете врачи все же нашли, и теперь она с нетерпением ждет очередной встречи с ними. Я очень волновалась, что они сделали мне. Вот. Сначала я им не доверяла, но потом уже я им доверилась. В этом году всего было отобрано 30 детей с разными врожденными и приобретенными заболеваниями. Все они будут прооперированы уже на этой неделе. Всего за 4 года работы проекта в Ульяновской области проконсультировано 309 детей. Проведено 124 операции. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.